20 мая 2022 год. Следующая смена футбольного поколения. Лука Андреевич Пальчук пришел на поле. Совсем недавно наш Леша начинал бегать. А быстрое время прошло. Я помню, как только родился, я говорю, все, у нас родился. А нашим тренерам сказал, мальчик. Они говорят, все, приходите. Вот 4 года прошло, как один день. Первые шаги. Лука еще не может понять, что надо делать, но он внимательно, зорко посмотрел. Ага, надо так, потом так. Это лучшие моменты жизни. Такой ролик, он выпускается только раз в жизни. Как с Лешей был. Сейчас покажу. Леха грызет. Леха грызет там асфальт. Маечка, как футболочка одевается. Вот это такая же. По 3 гола забил. Один раз 3 гола и еще один раз 3 гола. Футболист, как тебе понравилось играть в футбол? Что больше всего понравилось? Коснете, побегайте пару минут. Ну классно вообще футбол. Да? Как звать тренеров? Футбол. Понял. Что можно сказать? Гудит сирена, продолжается в стране война. Наши дети не сдаются, мы не сдаемся, мы хотим жить, мы хотим воспитывать. На очих глазах, на моих, ребенок падает на землю. Первое это падение, расстройство. Ну, он Пальчук, он никогда не собирается сдаваться. И он встает, дальше грызет землю, догоняет, наказывает того, кто это сделал. Играет, и в Одессе растет очередной одессит, который не грустит, не печалится, не сдается. И как в песне. Если одессит, то это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Вообще такие дела. Лучше не становиться, а то там это ДСП.